Здравствуйте, уважаемые зрители моего YouTube канала. Значит, сегодня у нас будет очень интересное видео, значит, про то, как работает армянская секретная группа в Фейсбуке, которая занимается банами. Да? Группа называется Killdem, ну, значит, активистам из азербайджанского Фейсбука удалось внедриться в эту группу под армянским профилем, и мы, в общем, поснимали там скрины, но это все было где-то год назад, да, то есть почему сейчас мы об этом говорим, потому что, ну, как бы есть такой-то срок давности там секретных всяких дел, и, ну, думаем, что уже где-то год прошел, наверное, можно это все это объявить, показать и так далее, потому что для многих так и было. В общем, таким, да, загадкой, так кто их банит, там, откуда идут эти так называемые атаки, там, и так далее. Ну, на самом деле, вот мы сейчас покажем, как это все происходило. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот первый скрин. Вот, видите, здесь, там, ну, как бы лого этой группы, Killdem. Сейчас лого поменялось, правда, но в то время было такое, да. И вот смотрите, какое количество участников. 2629. Мы когда первый раз зашли, то просто обалдели. То есть, ну, такая массовость, да. Может быть, около 2000 жалоб, допустим, на какой-то там комментарий и так далее, да. Но потом выяснилось, что все-таки не все из них активны. Где-то активных человек 100. А так в основном эта группа, вот, в общем, оказался там не такой уж массовый, как показалось на первый взгляд. Сейчас давайте дальше посмотрим некоторые кадры. Вот еще второй, как бы, скрин из этой группы. Список банных слов, да, как мы говорим. Эти слова банит, гарантия, 100% гарантия, да, вот написано здесь. Да, и да, почему я здесь немножко обрезал вот эти, чтобы, в общем, они самое подумали, кто это туда зашел и все это поснимал. Ну, вот видите, вот эти слова азер, азики, ассы, азербай, ну и так далее, не буду дальше читать. Вот, вот эти слова они давали на поиск, да, на наших аккаунтах, и вот, значит, если находили какой-то комментарий с этим словом, они на него массово жаловались, и потом, значит, происходил бан этого пользователя. Вот видите, здесь, значит, Сергей Google, это их такой, да, наиболее активный, как бы, банщик, да, и даже он, видите, написал обновленный список ФБ. 21 марта 2018 года это, значит, публикация в этой группе в Killdem. Вот. И, да, вот даже вот других он спрашивает: Сергей, скинь, как банить за слово. Дай подсказку. Койлы, ах, карак, вроде чисто. Что-то вот пишут они такой. Шутит про нас, да? Да, и вот так, значит, был основной, значит, принцип, да, работы этой, что находить банные слова и за них, как бы, на них потом массово жаловаться. А вот здесь, значит, интересный момент, значит, они, как бы, вот выставляют под обстрел цель своей группе, да, как вот. Вот это Марина Багдасарова, и вот поделилась в этой группе секретной профилем Кямрана Русланова. И пишет, значит, как бы этого обезоружить, попробуем. Вот. И вот дальше они говорят, вот, там обсуждают, буду ждать, вот, там работает в Москве. То есть они вот берут этот профиль и начинают по этому профилю давать поиск, да, на банные слова. Да. И, значит, Кямран Рустамов там
пишет статьи про Карабах, статус пишет, и вот это им не нравится, и вот они вот в эту секретную группу вот выставляют такие профили, чтобы начать искать на этом профиле что, там какое-то банное слово, чтобы мы начали на него пожаловаться и забанить. Вот, вот так это, значит, работает. Ну и затем что происходит? После жалоб, значит, если жалоба, как говорится, успешная, да, и комментарий удален, вот после этого тот, значит, кто жаловался, значит, ему приходит это уведомление из Фейсбука, что его жалоба удовлетворена, и комментарий, на котором пожаловался, значит, удален, и он выставляет это как вот своеобразный такой вот трофей, да, в этой группе, что вот, мол, вот это в данном случае Исма, чей, он, значит, вот выставляет вот это, что он пожаловался на публикацию Гамид Гамидова, это журналист известный, и вот, значит, удалили этот комментарий. Да. И вот таких удалений у Гамид Гамидова было столько, что даже один его аккаунт полностью, значит, был это удален вообще Фейсбуком. Ну, на этом мы, как бы, первую серию этих показов, вот это, значит, рассказа про архив Хиллдыма заканчиваем. Ну, в дальнейших сериях вы тоже увидите много интересного, как они, значит, находят документы азербайджанские в сети, и под этими азербайджанскими документами внедряются к нам, их обсуждения внутри группы и так далее. Ну, пока что на этом все, да. До следующих встреч.